23 июня 2022 года не стало Юрия Шатунова, советского и российского певца, который с 1986 по 1991 год был солистом группы «Ласковый май», а после начал сольную успешную карьеру. Смерть Юры Шатунова стала полной неожиданностью для его фанатов. Они до сих пор не могут поверить в случившееся. Поклонники исполнителя приходят на его могилу каждый день. Многие приезжают в Москву издалека, чтобы побывать на Троекуровском кладбище на могиле у Юрия Шатунова. Он умер на 49-м году жизни. В этом видео собрано 48 лучших фотографий Юры Шатунова от рождения и до 2022 года. Ролик сделан для поклонников творчества исполнителя. Большинство фотографий были взяты с официального сайта Юрия Шатунова.